Здравствуйте, ребята и их родители. Сегодняшний наш ролик называется «Почему нельзя говорить на бу-бу-бу?». Поговорим о качестве ваших видеороликов домашних работ. К сожалению, очень много работ мы получаем именно таких. Вроде бы вы сидите с наушниками, да? Так, то есть ритм, темп задан. Но совершенно отсутствуют вот какие-то краски интонационные, и видео воспринимается в виде единого бу-бу-бу. Ну, на сленге это называется «делать на отвали». Ну, «делать на отстаньте от меня», да? Вот. Вот почему мы придираемся к вам, почему нас не устраивает это качество, я хочу объяснить вам вот прям вот на пальцах из чего, что из чего состоит. Обращаюсь к старшеклассникам, которые уже в школе начали изучать физику, ну и к родителям малышей, которые ту самую физику тоже изучали. Смотрите, звуковой сигнал, да, который воспринимает наше ухо, это есть вот звуковая волна. Давайте вспомним так вот самые обычные первые характеристики любой звуковой волны. Это амплитуда и частота. Ну, все вы видели, наверное, да, как это выглядит на экранчике. Вот, амплитуда – это громкость. Пам-пам, да, громко, тихо. А частота – это высота звука. О-о-о. И вот представьте себе сочетание вот этой громкости, громкого и негромкого, высокого и низкого, и создает вот эту картинку, распознаваемую картинку речи. И вот давайте сейчас проведем такой экспериментик, такой вот воображаемый экспериментик. Итак, Машенька сидит в своей комнате, а мама из кухни зовет. Машенька, иди мой ручки, беги на кухню, я уже блинчики испекла. Так, теперь мы сейчас в этой фразе мама возьмет и ради эксперимента заменит абсолютно все гласные. То есть гласные неударные и согласные. Вот. Кстати, гласные и согласные – это уже абертоны. А, О, У, Р, М, С, П. Это, конечно, важнейшие характеристики нашей речи. Но представьте себе, они вторичные, третичные. В первую очередь ухо распознает вот эти характеристики. Да? Вот. И произнесет фразу какую-нибудь вместо Машенька, Дашенька, вместо, там, я не знаю, иди мой вместо ручки, там какие-нибудь лучки. Ну, все заменит, кроме буквально ударных гласных. Машенька, ручки, кухня, блинчики. Вот. Кроме этих звуков, остальное все заменит. Скажем так, абракадабру. Что вы думаете, Машенька, вы можете сами попробовать, прибежит на кухню, предварительно вымыв ручки. Она уже запах блинчик чувствует. Она знает, что мама точно сейчас не условия задачки спрашивает по математике. Ну, как бы и так все понятно, она в контексте находится. Но если мама не изменит ни единой буковки, вот ни единой, скажет ту же самую фразу, но полностью изменит вот такую вот характеристику, да, звукочастотную, да, и скажет: «Машенька, иди, мой ручки, иди на кухню, я блинчики испекла». Ну, что-нибудь в таком духе, да? Представьте себе, Машенька прибежит на кухню, но с другой целью. Она скажет: «Мам, ты чего? Мам, ты чего?» То есть это будет абсолютно неузнаваемая речь. Даже знаете, что, какая ассоциация в голову пришла? В фильмах вы сотни раз, наверное, ну, смотря сколько вы смотрели фильмов, ну, наверняка неоднократно видели такую картиночку, как показывают смерть пациента вот в больнице. Его сердце, там, легкие, не знаю, подключены к какому-то аппарату, и на экране эти частоты идут. Вот это означает все, что пациент умер. Ну, вот знакомая картинка, ну прям во всех фильмах, да, все напряженно смотрят на этот экран, и, наконец, вот сердце перестает биться. Поэтому, когда вы убираете, да, вот все ваши главные характеристики звуковой волны, вы действительно умерщвляете речь. Поэтому, ребята, не удивляйтесь и не сердитесь на своих преподавателей, которые изо всех сил трясут из вас и пытаются трясут из вас вот эту естественность. Мы вас не к Голливуду готовим. Понимаете, опять же, кстати, о Голливуде. Как сказал великий Шекспир, весь наш мир – это сцена, и люди в нем – актеры. А, давайте какого-нибудь актера сейчас изобразим.
Под актером я имею в виду самого неэмоционального, самого неартистичного, такого строгого подростка, который приходит из школы и говорит: «Мам, у нас и математики последней не было. Хотели физкультуру провести, но потом решили домой пойти». А представь себе, он скажет: «Мама, у нас сегодня не было математики, хотели провести физкультуру». Ну, так не бывает, понимаете, так не бывает. Мы актеры все, каждый в своем жанре. Вот. И та информация ложная, которую вы закладываете в мозг, сколько ты потом не поливай водичкой, оно не прорастет, оно не оживет. Вы не сможете говорить таким языком в жизни и не сможете воспринимать нормальную речь, потому что ваше ухо к ней не привыкло. И когда преподаватель просит использовать реквизитики типа шляпки, шарфика, очков и так далее, куколок, опять же, не потому, что нам так скучно и хочется себя повеселить, хотя очень приятно смотреть такие видео, мы всего лишь пытаемся вот с помощью этих реквизитов вытянуть, вот довести вашу речь до реальной, не какой-то там вот супер, да, голливудской, а реальной речи, которая пригодится в жизни. И даже когда вы читаете, вот смотрите, вот обычный там пэт, джетик на любой странице откроем. Так, вот вы читаете в классе. Сейчас я одно и то же предложение из упражнения дважды прочитаю. Before entering the exam room, check that you have everything you need. Вряд ли вы что-то поняли. Теперь второй раз. Before entering the exam room, check that you have everything you need. Та-та-та-та-та-та-та. Я структурировала и произнесла так, как вот вам бы сказали в жизни. Да, слушай, прежде чем зайти, да, убедись, что у тебя все есть. Все, информацию вам уже передала. Вот, поэтому я хочу, чтобы вы просто наконец поняли и перестали сопротивляться. Ребята, ждем ваших ярких видео. Спасибо.